Короче, у нас вечер. Вот это да, вот что творится. Шумит. Да. Такие показания, прыгают, ну 28, так, 913 ватт, так, смотрим, скажу на словах, честно, этот ваттметр не понимаю, он так прыгает постоянно, но было пик 30 ампер, вот, видно на экране, кто понимает в этих амперметрах, здесь все написано. Пиковые значения и что сейчас выдает. Но ветер стих уже. Не успел заснять, когда хорошие амперы были. Ну, сейчас вот такие маленькие.